Очередное доказательство исторического лидерства тюрок на Кавказе. Новые находки в Габустане. Некоторое время назад в селении Сюндю Габустанского района в ходе строительства сельской школы была сделана уникальная находка. Во время рытья фундамента вскрылся очень старый археологический слой, содержащий множество артефактов. Местные жители сообщили о находке в Баку, и на днях регион посетили специалисты международной рабочей группы в поисках солнца. Отметим, что в рабочую группу, созданную по инициативе Центра истории Кавказа, при поддержке кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, а также Центральной научной библиотеки НАНА, входят историки, археологи, этнографы, специалисты разного профиля Азербайджана, России, Украины, Грузии, Казахстана, Турции, Узбекистана, Литвы и других стран. Цель проекта – сбор материалов о богатом культурном и историческом наследии Азербайджана. Как сказал в беседе с ДАС, директор Центра истории Кавказа, доцент кафедры ЮНЕСКО, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, Ризван Гусейнов, точная датировка находок еще будет установлена. Но уже сейчас можно говорить об их уникальности и большой значимости с точки зрения истории Азербайджана и тюркской истории в целом. На данный момент строительство школы временно приостановлено и намечено провести здесь археологические раскопки. Об этом сказал сопровождавший экспедицию директор местной школы Зия Меликов, который курирует строительство. Он также показал найденные артефакты и дал необходимые пояснения касательно их обнаружения. Азербайджан очень богат памятниками материальной культуры и истории, археологическими свидетельствами древности и уникальности этой земли. На месте строительства школы в Сюндю обнаружены остатки кирпичей, обломки и уцелевшие глиняные кувшины с изображением древних тюркских тамг, которые также были широко распространены среди хазар и других тюркских народов. Тамга – это родовой, фамильный знак, печать. Что самое интересное, подобные тамга широко распространены на территории Азербайджана вплоть до позднего средневековья и даже до 20 века. Такие же родовые знаки встречаются на могильных камнях, стенах караван-сараев. Их можно увидеть даже среди наскальных рисунков Габустана. На этой территории вообще много следов древних культур. В частности, об этом свидетельствуют небольшие холмы в окрестностях села Сюндю, сказал Гусейнов. По словам историка, важно, что множество тамг обнаружены в Габустане, Шамахы, Габале, в других западных районах Азербайджана. То есть на территории, которая в древности относилась к Кавказской Албании. Эти тамги до сих пор идентифицируются и распространены среди различных тюркских народов. Эти знаки имели хождение среди тюркских племенных союзов и служили государственной символикой тюркских империй. Найденные в Габустане тамги приблизительно относятся к III веку до нашей эры. И это еще раз подтверждает, что тюркские народы издревле жили на территории Кавказа и играли ведущую роль в Кавказской Албании, отметил Ризван Гусейнов. Он отметил, что слово «тамга» само по себе имеет тюркское происхождение и было заимствовано другими языками. Это в какой-то степени доказывает, что данная знаковая система была введена тюрками. В беседе с ДАС историк подчеркнул, что село Сюндю интересно не только этими находками. В Азербайджане вообще очень много памятников, о которых мало кто знает. Взять хотя бы так называемые габустанские пещеры. Это система вырубленных в скале помещений, расположенных в труднодоступном месте на склоне горы Гуюлу южнее села Сюндю. Это уникальное место, очень напоминающее знаменитые пещеры в турецкой Каппадокии. В ходе последней экспедиции мы с членами рабочей группы в поисках солнца Ильгаром Гасановым и Сабитом Курбановым поднялись туда. Помимо Каппадокии, есть сходство с пещерами горного массива Кешикчедек на Азербайджано-грузинской границе. Эти пещеры на протяжении многих веков служили укрытием или местом проживания. Также здесь укрывалось население Сюндю в марте-апреле 1918 года, во время учиненного армянскими националистами геноцида азербайджанцев в Шамахы, унесшего тысячи жизней невинных людей, сказал историк. В селе 36 кладбищ с уникальными надгробными памятниками, снабженными интересной символикой и узорами.
Также село славится тем, что сохранило средневековые суфийские традиции и медитативные обряды. А сельская мечеть Абу-Бакр, построенная в 920 году, является одной из старейших на Кавказе, сказал Резван Гусейнов.